он был этот сирийский наемник. Где его Касамис? Предоставили его? Предоставили? Или вам это Москва привезла из Сирии? Не, вот мы когда захватили вот... Да не было там ни одного этот, человека. Ни одного. Этот контору, да, вот они были и курявшие, да, вот они... Курили даже? Курявшие человеку мы забрали. Даже от него стреляешь, он вставает и еще вперед, без оружия, вот так вот. Как зомби, вот так вот. Да ты что? Господи, как им морочат голову? Как им голову морочат? Он что, этот... Зомби. Зомби вы что ли? Робот? Ну, типа того. Да ты что говоришь? Вайаман! Мне это тяжело слушать все. Как? Подожди, мне интересно. Когда армяне проигрывают, значит, эта война не закончилась. Ой, это тоже честно. Могу сказать. Как они ну, могут хоть одну, поставлять. Один бой. Расскажите мне хоть один бой в истории, что вы победили кого-то равноценного. Один ход, один. Всегда мы... Всегда. Никогда у вас государства не было. Никогда. Она государство. Стабильно. Что? Ой, я материал. С терминаторами воевали. Короче, мы еще вернемся, ждите нам. Где? Где вас ждать? Слушай. Джавах, придите в Джавах. Джавах, да, придем. Интересно стало мне, вы там этого Шварценеггера не увидели? Дай бог, Война такая штука, что больше не умирает. Но не надо кайфоваться от этого. Нет, я кайфую от того, как ты говоришь, что там Рэмбо, Шварценеггер, Брюс Ли все воевали. Ну, может быть, они тоже воевали, но... Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.